Для тех модниц, кто ищет сегодня для себя невероятный жакет. Во-первых, для ценителей статусных материалов скажу сразу, я выбираю сегодня жаккард с добавлением хлопка. 30% натурального хлопка. Разве это не прекрасно в самую жаркую пору? Ну и, конечно же, богатство расцветок. Наше утро с Надей сегодня началось с того, что мы просто утонули в ярких расцветках. Я нашла свой вариант и сейчас помогу найти его вам. Так, давайте, сейчас вот очень важно сейчас отложить дела, сесть, присмотреться, выбрать свой цвет. Цвета очень сложные. Вот на свете расцветка называется «Василек». Итак. А если вы любите более глубокие, насыщенные оттенки, опять же вернемся к сапфиру. Это темно-синий цвет. Мне очень нравятся сложные композиции ткани. Надюша, обязательно о ней расскажу. Да. Темно-синий цвет. Очень сложная ткань, от этого дорогая, но это никак не сказывается на цене. Внятный цвет. О, в цвет моего платья. Могу сочетать вместе со своим платьем. Можешь. Следующий оттенок – это белый. Я всегда, когда вижу оттенки белого, представляю наших невест. Вот, кстати, очень красиво бы сочеталось с длинной юбкой шифоновой. Для женщин, кто хочет узаконить свои отношения уже во взрослом возрасте и не выбирая для себя, например, свадебное платье. А вот ты, Света, ты говоришь, коралл, коралл. Вот он, коралл есть. Еще и в жакете. Мне очень нравится наличие янтарных желтых цветов, которые будут хорошо сочетаться, например, с юбкой или с желтыми брючками. Давайте посмотрим уже на подиум и убедимся, что жакет отлично сочетается и с брюками, и с юбками. Таня выбирает вместе с Олей брюки Калиста. Вот вам готовые варианты костюмов. Оля надевает под жакет Сибилла топ, майку. И мне нравится, что коралловый пиджак и коралловые однотонные брюки невероятно соединились в ансамбле. Если бы здесь были цветные брюки, наверное, дизайнеры бы переборщили с цветами. А здесь, в данном случае, брючки коралловые успокаивают. Таня Брюнетка выбирает для себя синие брюки Калиста и жакет Сибилла. Мне очень нравится, дорогие друзья, что эти жакеты идеально сидят по фигуре. Поэтому сейчас, Надя, предлагаю сразу перейти к выбору размера. Давайте выберем ваш размер. Тем более такая цена, у нас уже очередь из желающих. Нужно подсказать. Итак, жакет мы выбираем. Мы выбираем размер в размер. А секрет этого заключается не только в крое, сколько в ткани. Давайте посмотрим на ткань. Как я уже сказала, Надюша, здесь потрясающее соединение глянцевой нити, шелковистой и матового хлопка. Чем отличается жаккардовое плетение от обычных тканей? Давайте посмотрим. Вот она, внутренняя, изнаночная сторона и лицевая. Доказательством, Надюша, тому, что это плетение, мы видим внутри узор. После того, как жаккардовое полотно сплетается, на него наносится фотопринт. Это очень сложная техника, но бренд Prestige Style всегда выбирает самые эксклюзивные современные моменты. Мы не идем легким путем, мы выбираем самое интересное. Действительно, сложно себе представить, что жаккард может быть еще и дополнен фотоисторией, фотопринтом. Это очень качественная ткань, очень дорогая, но это никак не сказывается на цене. Это всесезонная модель, которую мы можем носить и в прохладное время. Давайте посмотрим и на ведущую, и на эксперта. Мы выбираем сегодня вдвоем с Надей этот жакет. Да. Я его выбираю с юбкой танго. И, кстати, многообразие палитры может нам легко, можно легко подобрать верхний топ. А Надя вместе с платьем летние узоры выбирает бирюзовый цвет. Легко подобрать, потому что совпадает название цветов. Вот этот ментол, у нас тоже здесь мятный цвет, ментол. У Светы юбка василек, она выбрала васильковый жакет. Вы можете тоже сделать вот такой выбор и не ломать голову. Кстати, Свет, почему мне нравится? Слушай, он такой мягкий. Вот, давай тянется. Поговорим о том, что здесь ткань класс. Не просто красивая, она еще и комфортная. Ткань тянется, потому что внутри у нас добавлена лайкра. Это хорошо видно сейчас на зоне рукава. Вот ты меня, Надя, спросила, как выбрать размер. А ведь эластичные ткани – это стопроцентное попадание в тот размер, который женщина носит. Выбираем верхнюю деталь по объемам бюста. Поэтому, если у вас, как у Татьяны, например, 50-й размер верха, на Тане 50-й размер жакета. Это Оля. Оля носит 54-й и выбирает жакет Сибилла 54-го размера. Ну, мне очень нравится... Нет, конечно, мне нравится ткань и расцветка. Такой жакет в магазине будет стоить
минимум 3500. Это вообще, это еще поискать надо. Мы же предлагаем вам менее 2000 рублей. Я выбираю цвет ментол вместе с сочетанием со своим ментоловым платьем. Ну, идеально, я считаю, они вместе смотрятся и легко подобрать под основу. Ментол? Ментол, например. Ну, можно не обязательно ментол подобрать. Тебе бы подошел и белый цвет, где есть ментоловые расцветки. Я просто хочу сказать о том, что когда мы выбираем цветной верх, конечно же, очень красиво и легко он может сочетаться с любой базой. Надь, я предлагаю сейчас посмотреть на детали и на качество. Когда мы говорим бренд, мы понимаем, что это не только выбор статусных материалов, сколько еще и деталей, аксессуаров. Здесь мы видим с вами молнии металлические, которые украшены у нас камнями. Это очень красиво. Мы можем это видеть, переливы. Кстати, вот позолота сегодня очень приветствуется. Женщины любят этот металл. Посмотрите, как он искрится. Как дорого! И на зоне кармана, и на зоне застежки мы видим с вами этот блеск. То, что касается швов, мы видим с вами, как закреплены бортовые зоны. А бортовые зоны у нас идеально усилены флизелиновой тканью, поэтому это тоже стопроцентное качество. Флизелин помогает держать форму, и несмотря на тяжесть молнии металлическую, все будет идеально смотреться. Свет, ты представляешь, что берут по два цвета. И это неудивительно, ведь у нас целых 5 расцветок. Вы видите синий цвет, насыщенный, темно-синий, на Татьяне, жаккардовое полотно, дорого смотрится, фурнитура эффектная, цена меньше 2000. О чем здесь думать? Это прекрасно. Жакет вам пригодится круглый год. Это не только летний вариант. Напоминаю, что 30% натурального хлопка содержится в составе жаккардового полотна. На Татьяне темно-синий цвет с яркими оттенками фуксии цветы. Ольга выбирает коралл, и девочки выбирают в качестве брючного ансамбля брюки Калиста. Надежда Исайкина выбирает сегодня для себя в платье летние узоры, мятный цвет. Мы сейчас на Надю посмотрим. А я выбираю сегодня с юбкой танго яркого василькового цвета, васильковый синий цвет. И у нас есть еще один цвет. Это белый. Нарядный. Кстати, вот с моей юбкой василькового цвета тоже идеально подойдет этот жакет. Ну, вообще, на жакетах многоцветие, поэтому, я думаю, труда у вас не составит вписать его в свой уже имеющийся гардероб.